И наконец мы сейчас будем строить дом. Всем привет! Вы на канале Маратик ТВ. У нас сегодня вот такая вот классная идея. Мы будем строить скворечник. Да. Сборная модель. Да. Деревянная. Потом мы эту модель повесим на балкон и будем кормить птичек. Да. У нас на балконе висит скворечник из пачки сока. Птички к нам часто прилетают, они знают, что мы их кормим. А теперь у нас будет настоящий скворечник. Правильно, Марат? Да. Так, смотрите, ребят, это сборная модель. Легко собирается. Не нужно ничего. Ни гвоздиков, ни молоточков. Единственное, мы взяли по отвертке. Марат, показывай свою отвертку, я покажу свою. А у меня вот такая вот будет отвертка. Марат себе взял побольше. Он будет помогать еще больше всем, да? Да. Потому что он сказал, что он будет собирать этот скворечник. Так, ну что, начнем? Да. Да, будем открывать. Для начала нам нужно просто его открыть. Взять инструкции и прочитать, что будем делать дальше. Да. Ребят, ну мы открыли. Достали, так сказать, из пакета. Вот такая вот у нас запчасть огромная, большая. Сейчас мы из нее будем выдавливать много маленьких запчастей. И потом, согласно вот этой вот инструкции небольшой, мы быстро соберем скворечник. Папа выдавливает стеночки. Так, я выдавливаю стеночки. Они у нас немножко, вот видите, чуть-чуть заусенцами. Но мы их потом поправим. Так, вот эту вот, Марат, сломай вот эту вот маленькую часть. Вот эту вот. Вот видишь, ее нужно отломать. О, вот это у нас дно скворечника нашего. Сейчас мы найдем боковушку. Марат, у тебя такая же, смотри, задача. Нужно вот эти вот маленькие части, вот, их просто вытащить оттуда. Поможешь мне? Да. Вот молодец, помощник мой. У нас будет много птичек, которые нам потом будут песенки петь на балконе. Да. А мы их за это будем кормить. Все выдавливаем. Так, смотри, тут еще вот запчасть, Марат, с такими же штуками. Ты можешь отверткой немножко себе помогать. Вот целые запчасти вот сюда ложи уже. Какие у нас птички, Марат, летают на балконе? А? Расскажи. К нам воробушки прилетают, еще к нам прилетают синички. Утром их очень много, у нас утром рано светает, очень много, и они прям ругаются там, когда кушают. Давай аккуратно, вот готовые запчасти я буду ложить вот сюда. Так, аккуратно, Марат, это все мусор, я буду это убирать, хорошо, чтобы заноза не попала. Вот молодец, папин помощник. Можете поменьше отвертку дать? Вот такой. Так. Все? Эта запчасть готова? Готова. Сколько у тебя запчастей осталось? Две запчасти осталось почистить. Держи поменьше отвертку, Марат. Марат хочет большой отверткой. Ну что у тебя там, Марат, получается? Так. И у меня почти все готово. Сейчас начнем собирать. Нам нужно, знаешь, сначала само найти дно. Дно скворечника, наверное, оно все-таки будет квадратненькое. Вот это. Вот это? Да, это будет дно. А потом мы найдем вот эти боковушки. Смотри, Марат, как собирается. Помогай мне. Марат. Скворечник у нас собирается абсолютно просто. Без гвоздей, без клея, без ничего. Мы, конечно, потом можем его укрепить, чтобы он у нас точно не развалился. Ну, как написано на упаковке, что это все делается без клея и без гвоздей. Сейчас мы его соберем. Мама. Так, Марат мне уже подает следующую запчасть, а я что-то тут застрял с предыдущей. Даже не знаю почему. Смотри,
смотри, у нас уже две стенки. Представляешь? То есть птички будут залетать вот сюда, заходить в домик. Здесь уже будет у них покушать лежать. Что мы будем ложить? Пшено, перловочку, гречку, рис. Да? Да. Будем ложить им туда пшено всякое. И они будут к нам прилетать, садиться на вот эту жердочку, которая будет вот здесь вот, заходить в домик в этот и кушать. Хорошо? Так, начнем следующую. Марат, смотри. Смотри, что у нас уже получилось. Скворечник. Скворечник. Крепкий получился? Да. Чего не хватает? Посмотри. Крыши. Крыши не хватает. Где у нас крыша? Давай крышу. Вот она. Вот она крыша. Сейчас мы ее прикрепим вот так вот. И будет у нас вот такой скворечник. А еще чего не хватает у скворечника? Вот это. Палочки, на которые будут садиться птички, чтобы залезть сюда. Правильно? Да. Так, давай я сейчас закреплю крышу, хорошо? А потом вот этот скворечник мы еще, знаешь, что можем перед тем, как повесить на балкон? И туда. Мы его еще можем раскрасить, чтобы он был красивым. Хорошо? Так, я сейчас креплю крышу, а ты делаешь палочку. Хорошо? Ее не надо красить. Хорошо. Марат сказал, не будем красить. Ладно, не будем красить. Тебе такой нравится? Да. Мы еще из одного теперешок вот такой скворечник. Скворечник? Так у нас уже вон, смотри, какой классный получается. Тебе нравится? По-моему, классно получается. Птички наши будут довольны. Вот так. Крыша готова. А еще вот это. Это называется... Скворечники. Вот это называется, Марат, жердочка. Мы ее вот так вот сейчас соберем. Смотри, что получилось. Марат, вот такая жердочка. Смотри. Вот эта вот палочка вот так вот собирается. Смотри. Раз, так. Раз, два. Да. И вот. И получилась вот такая палочка. Такая палочка. Сможешь ее засунуть? Да. Давай. Туда? Вот куда? Вот смотри. Вот сюда. Нет, вот сюда, вот так вот, Марат. Вот. Да. Так, давай я тебе немножко помогу. Вот, у нас давай покажем вот со всех сторон. Ребят, вот что у нас получилось. Осталось только прикрепить на улице и насыпать туда пшена. Да. Он еще даже едет. У Марата все едет. Марат очень любит машинки, у него все ездит. Птички будут жить, а я их буду везить. Ты их будешь катать, птичек? Да. Когда они прилетят туда, ты их будешь катать? Да. Понятно. Ну давай, покажем скворечник ребятам. Скажем им пока-пока. Такой скворечник. Пойдем его повесим. Положим туда пшена, риса. И будем ждать птичек. А ребятам всем скажем пока-пока. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Ставьте нам лайки и ждите новых видео от нас. Мне будут птички. Я их поймаю. Хорошо, Марат ждет уже птичек, которые будут прилетать в этот скворечник, для того, чтобы их поймать. Все, всем пока-пока. Всем пока. И мы туда положим птичек-скворечник. Хорошо. Пока-пока. Пока-пока.